Poi Yuri Parfionov. Ivo Dervish. Юрий Парфенов. Также санировали здесь Георгий Горпов, кларнет. И Антон Козиков, дудук. Следующая композиция принадлежит перу еще одного известного музыканта, участника легендарного трио Вячеслава Ганелина, которого зовут Владимир Тарасов. Мы не так давно презентовали наш совместный альбом и выступали здесь, собственно, с музыкой, его музыкой для нашего биг-бенда. И одна из композиций вот этой программы, которая называется «Семь четвертей». Для этого он приглашает на сцену нашего большого друга и, собственно, приглашенного гостя этого проекта Павла Мартыненко, гитара. Владимир Тарасов, «Семь четвертей».
микрофон сломался от энергии. Мы сейчас хотели бы позвать опять на эту сцену Юрия Парфенова. Мы сыграем композицию нашего с ним большого друга, трубача, который долгое время жил в Советском Союзе, но в конце 80-х годов он уехал в Германию, в Марбург. Это трубач, которого зовут Игорь Широков. К сожалению, несколько лет назад он ушел от нас, но мы с ним играли несколько лет вместе, были большие друзья, и, конечно, безусловно, говоря о себе, он на меня очень сильно повлиял в плане того, что русская музыка в джазе — это там, не пустой звук, это действительно как, можно существовать как такая определенная, очень сильная, явная идея. Вот, так что, ну, вы наверняка знаете, кто такой Игорь Широков. Мы подготовили целую программу с его музыкой. Вот сейчас прозвучит одна композиция, которая называется «Сон». «Сон» в памяти об Игоре Широкове. Thank you.
«Сон» Игоря Широкова, Юрий Парфенов. Большой друг Игоря. Итак, следующая композиция еще из одной нашей программы. И совсем недавно у нас вышел диск с музыкой Владимира Миллера. Человек, который является потомком еще тех первых эмигрантов. И он живет сейчас, родился он в Чили, живет сейчас в Британии и является лидером оркестра московских композиторов. Вот мы с Юрой являемся солистами, участниками этого оркестра. Так вот, мы с Владимиром не так давно решили создать такую программу с его музыкой для круглого бенда. И не так давно у нас вышел диск, несколько экземпляров есть тут, поэтому если вы захотите, и вам понравится, можно приобрести их. И композиция из его репертуара, которая называется, она раньше называлась Rage, ярость, но мы решили, что слово ярость, она все-таки не столь многомерно и не так хорошо и ярко отображает суть этой композиции, поэтому мы его удлинили, назвав дискуссии, размышления и ярость. Вот такое длинное название. Что ж, для этой композиции я приглашаю на сцену человека, которого я очень люблю. Он тоже является лидером многих проектов. Это, в общем, достаточно уже известный московский постмодернист Григорий Сандомирский. Thank you.
классики. Давайте я представлю всех музыкантов еще раз. И начну с прекрасных дам нашего замечательного коллектива. Это Ольга Сорокина, саксофон и флейта, и Юлия Маликова, труба. Браво. Также Георгий Горбов, баритон. Анатолий Осипов, тенор, саксофон. Антон Котиков, тенор. Петр Синчуков, тромбон. Вячеслав Кейзеров, тромбон. Андрей Савельевичев, тромбон. Андрей Башев, туба. Стас Черемушкин, туба. Максим Дуров, фуригельгор. Антон Затаров, труба. Ростислав Кочетов, труба. Алексей Нанжаров, труба. Денис Шушков, труба. И Петр Ившин. Все инструменты стали. Спасибо. Оркестр Круглый Бенд играл сегодня для вас. Замечательного вечера. И приходите все на наш концерт сюда 3 декабря. Спасибо. До свидания.